Cine Group Production представляет. По книге Энди Гриффитса. Привет, я Энди, я виртуоз приколов, фантазия моя, бездонный океан, изобретаю шутки. Продюсеры Мишель Ламир, Даниэль Юбертс. Я шалун, я актер, гениальный трюкач. Я супер юморист, прикалистый ловкач. Режиссеры Тим Дейкон и Джон Минс. Что с Энди? Обезвредь бомбу. Они требуют бампа. Я в шоке. Как главный зачинщик лучших в мире проделок, я допускаю всякое буйство. Но это не входило в наши планы. Смотрите в оба, друзья. Мы с Дэнни трудились над моим планом по улучшению нашего финансового положения. Трипл Би. Лучшая и единственная радиостанция в Ист-Гекли целыми днями крутила обезьяньи танцы. Модное музыкальное направление. Танцуй, как обезьянка! Лично я никогда не стал бы подражать глупой обезьяне. Неужели, Энди? Я думала, ты с обезьянами на короткой ноге с тех пор, как тебя закрыли в зоопарке. Ну, это была не самая удачная проделка. Выпустите, выпустите меня! А говорящие обезьяне передавали в новостях. Костюм обезьяны полиция разрешила тебе оставить. Я уверена, он все еще в шкафу. Спасибо, мама. Есть только одна причина, по которой я слушаю Трипл Би. Игра «Обезвредь бомбу». Пришло время для игры «Обезвредь бомбу». Мы выбрали одну из ваших почтовых открыток, автору которой выпала счастливая возможность остановить часовой механизм и выиграть денежный приз. С вами диджей Шейн Суперзвук. И у нас на проводе автор счастливой открытки. Ты готов? Да, Шейн! Начинаем игру «Обезвредь бомбу». $4. 8. Ура! Дальше, дальше. $16. Дальше. $32. Я хочу тебе сказать, приятель, ты обезвредил бомбу! Да, часы только начали тикать. Помните, каждую пятницу миссис Гекл и танцующая обезьянка вручают приз новому победителю игры «Обезвредь бомбу» в месте, которую выбирает наш счастливчик. Так уж этот парень и разбогател. Всего 32 бакса. Больше шуму. Еще никому не удавалось дойти до 50 баксов и не взорваться. Да, это просто я не играл. Я тебя умоляю. Неужели ты надеешься, что Трипл Би выберет тебя, маленькая... Между прочим, мы с Дэнни заполнили больше 100 открыток с моим именем и номером телефона. Мы пошлем их на радио, и меня обязательно выберут. О, да. Гениальная идея, как всегда. Кажется, твой суперплан изобрело еще полгорода. Положись на меня. Доставка почты. Осталось только дождаться звонка. И денежки будут наши! Знаешь, Эйл, все эти люди, которые посылают открытки... Знаю, весь город помешался на игре «Обезвредь бомбу». Каким образом мы можем взять ситуацию под контроль? У меня созрел план. Пойдем, все будет как в сказке. А? Все приборы готовы, капитан? Звоним миссис Вибблс. Будет сделано. Здравствуйте, миссис Вибблс. Это диджей Динамо, радиостанция Трипл Би. Надеюсь, вы готовы вместе с нами обезвредить бомбу! О, да! Я готова! Я готова! Отлично! Игра начинается! $4, $8, $16... Стоп! Знаете что, миссис Вибблс? Да? Вы попались! Это была презентация нового розыгрыша. Радуйтесь, смех продляет нашу жизнь. Не могу поверить. Она сказала стоп на 16 баксов. Давай еще раз. Давай. Позвоним к этому качку, от которого без ума моя сестрица. Звоним Крэгу Беннету. Пощекочем ему пяточки. Я придумал для этого Шварценеггера особенный розыгрыш. Алло. Крэг Беннет, будем обезвреживать бомбу. О, да, я готов. Отлично, начинаем игру. $4, минус $8, минус $16, минус $32. Эй, мы так не договаривались, это не по правилам. Минус $64. Стоп, стоп, стоп.
Итак, Крэг, похоже, ты взорвался вместе с бомбой. Теперь ты должен трипл Би $64. Но у меня нет $64. Но ты можешь расплатиться новым байком, который тебе подарили на день рождения. И роликовыми коньками. Эй, откуда вы знаете, что мне подарили? Розыгрыш, болван! Невероятно! Крэг был почти согласен отдать свой новый байк. Более наивного парня я не встречал никогда. Разве только... Мартин Бонвик! Дом семьи Бонвик. Мартин у телефона. Мартин, это диджей Динамо, радио Трипл Би. Ты готов сыграть в обезвредь бомбу? Обезвредь что? Обезвредь бомбу. Ну, знаешь, такая игра, где ты говоришь стоп, бомба не взрывается, и ты получаешь деньги. Мне предлагают выиграть денежный приз. Сегодня удачный день. Пора начинать, приятель. Играем. $4, $8, $16, $32, $64, $128, $256, $512. Стоп! Я победил? Да, я победил! Я выиграл $512! Простите, мама всегда плачет от счастья. Понимаете, мой отец сломал ногу, когда убегал от гигантского рулона туалетной бумаги. Наверное, он рад, что его в асфальт не закатало. Вау, деньги весьма кстати. Большое спасибо, жду не дождусь своего приза, пока. А знаешь, мы не сказали розыгрыш. Ну, я уверен, он поймет, что это была шутка. Или нет? Он не понял, что это была шутка. Добавили танцующую обезьянку. Молодец. Похоже, подшутив над Мартином, мы одурачили всю школу. Эй, Энди Ларкин, вы слышали? Мартин выиграл $512 в обезвредь бомбу. По этому случаю он хочет устроить сплат-шек маленькую вечеринку в эту пятницу. Правда? Да. Там будет что-то вроде танцев. Можем пойти вместе, если ты не очень занят. Вместе? Ты и я? Почему бы и нет? Я бы хотела пойти на эту вечеринку в сплайт-шек с лучшим и с образцовым парнем. Это я. Я образец. Никаких шуток, розыгрышей и приколов идет? Договорились, Лори. Ты увидишь, какой классный парень этот Энди Ларкин. До встречи. Чтоб я провалился. Лори пригласила меня на тусовку, где за все платит Мартин. Извини, что ломаю тебе кайф, дружище, но ты забыл, что выигрыш Мартина — это утка, причем наша. Да, действительно, какой облом. Ты самый лучший, Мартин. Если кто-нибудь посмеет обидеть этого парня, будет иметь дело со мной. Мартин! Мартин! Я раздавлен. Мартин! Как блин, но я тебя знаю, у тебя должен быть запасной план. Конечно. Или я не я. Тем лучше. Эй, Мартин, суперпобедитель, $512. Это же так круто. Мои поздравления. Да, без этих денег я бы никогда не смог устроить вечеринку в сплат-шек. Слушай, а может стоило сначала получить деньги, прежде чем швыряться ими? Энди, я слышал по радио, что каждую пятницу победителю вручают приз Мисс Ист Гэкл и Бампа, танцующая обезьянка. Обожаю эту обезьянку! Да, эту часть программы я упустил. Спасибо, что напомнил. Пойду и позвоню на радио, скажу, чтобы вручение состоялось в сплат-шек. Нет, не надо звонить на радио. Почему нет? Потому что у тебя наверняка много дел. Я сам позвоню. Ты готов это сделать для меня, Энди? Спасибо. Не за что. Видите, как меня теперь все зауважали? Это была часть плана? Вроде того. Да у тебя нет никакого плана? Ни одной идеи. Но хотя бы малюсенький планчик. Я в тупике. Давай прикинем. Во-первых, мы должны где-то раздобыть $512, чтобы Мартин мог оплатить аренду сплат-шек и помочь своей семье. Во-вторых, мы должны найти мисс Ист Гэкл и эту дурацкую танцующую обезьяну и убедить их прийти к Мартину. И в-третьих, нужно провернуть все так, чтобы Лори не догадалась, что к чему, и не передумала идти со мной на танцы. И надо успеть до пятницы. Именно. Но мы не ищем верных путей. Вперед!
Продается водонапорная башня. Всего 512 баксов, и ваш сад изменится до неузнаваемости. $50 за флакон? Конечно. Я самый знаменитый модный парфюмер Пьер Лефу. Мои духи, как и мой акцент, сногсшибательны. Кстати, за этот вдох вы должны $1. Чего вам надо? Привет. Не хотите купить? Привет. Не хотите купить немного печенья? Какие-то жалкие 7 баксов. А где взять еще 505? Значит, нам нужен новый план. Правильно. Пойдем, спросим у Муша. Хорошо сижу, работы мало. Ребята, у вас проблемы? Пустяки. Нам нужно к пятнице достать 505 баксов, королеву красоты и танцующую обезьяну. К пятнице? Редьку режу тонкими дольками. Да, тонкими дольками. Ты абсолютно прав, муж. Будем тянуть кота за хвост, пока он не оторвется. У меня созрел план. Что он задумал? Дэнни, нам понадобится шляпа, метла, усы и много-много-много пиццы. Эй, проваливай отсюда! Здесь прямой эфир на весь город! Прошу вас. Я не заказывал пиццу. Это не мои проблемы. Я занимаюсь доставкой. Классно. Кто-то решил обо мне позаботиться. 7 часов? Уже? Мое рабочее время кончилось. Дорогие друзья, диджей Шейн Суперзвук прощается с вами. Но на волнах остается самая популярная музыка. Прямой эфир. В эфире диджей Динамо. У меня плохие новости. Очень плохие. Танцующая обезьянка Бампа серьезно заболела. Если вы можете, приходите к нашей студии поддержать старину Бампа. Его менеджер с благодарностью примет любую помощь и участие в судьбе танцующей обезьянки. Спасибо, что пришли. Я уверен, Бампу это будет очень приятно. Но где же маленькая обезьянка? Да, мы хотим ее видеть. Но она очень-очень больна. Мы хотим видеть Бампа, мы хотим. Да прекратите вы орать! Мы хотим видеть Бампа, мы хотим видеть Бампа. Они требуют Бампа. Я в шоке. Ну, я слегка просчитался, и нас загнали в угол. Но надо найти выход из сложившегося положения. А что бы сделал муж? Редьку режу тонкими дольками. Да. Иди наружу и постарайся их задержать. Что я им скажу? Что Бампа скоро будет. О. Почему Энди с костюмом обезьяны в руках выбежал из дома? Может, зарядку делает? Эй, Энди Ларкин, а? Я иду в кафе мороженое. Пойдешь со мной? Я бы с удовольствием, Лори, но я несу мамину шубу в химчистку. Извини. И твоей маме понадобилась шуба в разгар лета, потому что... Потому что у нас сломался кондиционер, и дома холодно, как на Северном полюсе. Поэтому моей дорогой мамочке срочно нужна ее теплая шуба. Я ненавижу ей врать, но, к сожалению, это единственный выход. Спасибо за приглашение. Увидимся в пятницу. Но химчистка в другой стороне. Мы хотим... Я прошу вас успокоиться и немного подождать. Дамы и господа, встречайте Бампо, танцующую обезьянку. Аплодисменты! Друзья, не забывайте, Бампа серьезно болен. Танцуй, как обезьянка! Смотрите, Бампа танцует. Я обожаю эту танцующую обезьянку. Вот, возьми.
Да, Лена, поможем. Вот деньги. Обезьяне деньги. Давайте. Иди-ка сюда, приятель. Дай я тебя обниму. Как ваш мэр, я принял решение забрать этого примата и построить для него специальный зоопарк. $505, да. Прошу прощения, господин мэр, Бампа не продается. А сейчас ему нужно немного отдохнуть. Благодарю вас за ваше милосердие. А это уникальная обезьяна. Теперь осталось только передать деньги Мартину, и мы свободны. Эй, Мартин, мы встретили диджея Шейна, и он передал для тебя вот это. Что это? Твои $512. Что? Да, на радио Triple B позаботились, чтобы ты получил деньги заранее и успел подготовиться к вечеринке в Сплатшек. Ну, этот приз мне должны были вручить миссис Геккл и Бампо. Разве ты не слышал? Бампо заболел. Мой дядя видел Бампа вчера вечером, и эта обезьяна была здорова, как бык. Да, но ты же не хочешь, чтобы маленькая обезьянка лишний раз напрягалась. Но мне обещали. Расслабься, Мартин. Нет, хочу обезьянку. Я хочу Бампа. Если Бампа и мисс Геккл не придут на мою вечеринку, я буду жаловаться на радио Triple B, я подам в суд, я обращусь в полицию. Понимаешь, Мартин, я думаю, диджей Шейн просто хотел заранее передать тебе деньги, а Бампа и миссис Геккл обязательно придут на твой праздник. Правда? Однозначно. Да, Дэнни? Да, однозначно. Здорово. Похоже, я теперь никогда не расстанусь со шкурой обезьяны. Да, но где мы возьмем миссис Геккл? У меня есть костюм обезьянки, а у тебя? А, телефонный справочник, мисс Геккл. Что бы ты без меня делал? Дэнни, ты гений. Здравствуйте, мэм. Мы с моей обезьянкой просим вас оказать нам честь и согласиться стать мисс Ист Геккл. Нет, мои дорогие, я не Ист Геккл, я Эстер Геккл. Почти одно и то же. Пойдемте с нами. Один парень ждет на своей вечеринке королеву красоты нашего города. О, боже мой, придется мне снять свои бигуди и тряхнуть стариной. Тебе здесь хорошо, Лори? О, да. Но больше всего меня радует твоя сдержанность и хорошие манеры. Я даже не могу вспомнить, когда ты дурачился в последний раз. Таким ты мне очень нравишься. А? Эй, Ромео. С тем вниманием. Мисс Ист Геккл и Бампа, танцующая обезьянка, прибудут с минуты на минуту. Встречайте. Не могу дождаться. Классная вечеринка. Да еще и две самых знаменитых персоны в городе. О, да, извини. Лори, я пойду подышу свежим воздухом. А то у меня начинается аллергия на запах краски. Знаешь, у меня тоже аллергия. И давно у них на это аллергия? Вы приехали. Я так рад познакомиться с тобой, Бампо. Осталось дождаться мисс Ист Геккл. Доставка? Привет, Мартин. Мои поздравления. Вау. У мисс Ист Геккл личный шофер и машина. Пойдемте за мной. Все умирают от нетерпения увидеть вас. Хочу представить вам мисс Ист Геккл и Бампо, танцующую обезьянку. Эй, по телеку эта мисс Ист Геккл выглядела гораздо моложе. Танцуй, как обезьянка! Танцуй, как обезьянка! Танцуй, как обезьянка! Танцуй, как обезьянка! Ну, может, эти модные обезьяньи танцы не такие уж и дурацкие? Танцуй, как обезьянка! Это был высший пилотаж, Дэнни. Никто ничего не заподозрил. Подай, пожалуйста, мои штаны. Вот, возьми, Энди. Или лучше сказать, Бампо. Извини, Эйл. Лори, ты поверишь мне, если я скажу, что у нас были очень важные причины? Неужели? Ты обманул Мартина, заставил его поверить, что он выиграл в обезвредь бомбу, сам вырядился обезьяной и вытряхнул из людей деньги, притащил сюда старышенцию в короне королевы красоты. Ну это же мастер-класс, отличная шутка и все, больше ничего. В любом случае, ты разочаровал меня. Я не разоблачу тебя только потому, что не хочу расстраивать Мартина. Сама проучу.
Привет, друзья! Я диджей Шейн, Бампа и миссис Гекл. Вручаем приз победителю игры «Обезвредь бомбу». Им стал Ральф Марш. Как? Это же я победитель! Хочу обратить ваше внимание, что слухи о болезни Бампа — чья-то шутка. Это чистая неправда. А тогда что это за макака, которой мы давали деньги? Мне было легче проучить тебя, если бы ты не был таким прикольным. Эй, Энди Ларкин, почему на тебе костюм обезьяны? Энди Ларкин, костюм обезьяны! Фанаты так непредсказуемы. Они готовы усадить тебя на серебряный трон, а минуту спустя требуют твою голову на серебряной плахе. Кстати, вы слышали? Лори сказала, что я прикольный. Fox Kids.